муже в автобусе. Да. Тут видно, ну плохо. Но мужа в автобусе. Еще даже темно. Какие тут шторки клевые в автобусе. Речечка, все что надо. Классная, да? А мы вдвоем в таком, я говорю. Зачем в окно смотреть? Закрыл и смотришь, да? Тут пустота, мам. Да. Ничего. Давай мне. Да я пустую просто. Гриша! Два татами. Ты обуться не пробовал? Нет! Не пробовал? Короче, тут сначала будет ката, потом построение, а потом только кумиты. Тагинская разминается, и наши тоже. Еще как Богдан. Это те, кто будут на ката. Все смотрят списки. И здесь будешь сидеть? Ниже, Артём, ниже стойки делай. Уже начали делать кадр. Ниже стойку проверяй. Рома выступил. Молодец. 19. Где тут Гришина категория до 30 килограмм? На татами номер 2, акцент 21 балл Рома. На татами приглашаются Купсергенова Анита и Сами. Готовятся Бериютина Илона и Сами. На татами приглашается Измеров Родион, Динская. Приготовиться Соколянский Антон, Динская. Не лезь! Не лезь! Сами приготовиться. Не лезь! Ему не приготовили, лезь. Уже позвали. На татами номер 2 приглашается Хоксергенова Анита из Сами. Есть? Оценки на татами номер 1. 7-5, 7-0, 7-5, 7-0, 7-0. Ура! На татами номер 2 приглашается Хурсергенова Анита и Сами. Молодец! Общая оценка 21,5. Молодец! В лицо смотрим вверх. Оценки на татами номер 1 все 6,5. Общий балл 19,5. Оценки на татами номер 1. Все 7-0. Общий балл 21 балл ровно. Молодец! 5, 7, 0, 6, 5, 6, 0. Надо, мать!
директор дома культуры Дальниковского сельского поселения Бакренева Ирина Юрьевна. Директор спортивного комплекса «Лидер» Гречинев Сергей Александрович. Директор школы номер 56 Ирина Дальниковская Власова Ирина Викторовна. Thank you.
Короче, мы на улицу. Изучать местность. Изучать местность, потому что... Пойдем сейчас откроем вон радиовышку, это как Far Cry, это, чтобы нам была доступна карта мира. Электронная. Mm-hmm. Да? Ты скажешь, Григорий, пробой. Я проиграл. Ну и ничего страшного, да? В лужу смотри, вот не вступи. Вот я сейчас почему голову и морду. Так, мы теперь гуляем с Григорием. Не, мы идем до магазина, там всякие. Короче, фильмы. Заходим в разные магазины. Уже мы уже нашли, зашли. Мы уже наткнулись. На один что магазин. Хочется? На магазин игр, это сейчас очень интересно. Да, это точно. Сейчас мама нам звонит. Это что такое, типа парка, да? Парк. Надо угу. Песочная тут песочница отличная, да? Бля, тут была эта песочница. Ну, она же и есть тогда. Тут песка переборщили. Прикольно. Просто. Ага. Или что, как капюшон одень? Гришка, все пузо видно. Вот у нас будет по типу вот такой вот качели. Все, будем ждать автобус. Все, Антоха хочет спать, мы уже дома. Все, нас забрали. Сколько сейчас? 11:15. Так что все хорошо. Антошка уже хочет спать, да, сынок? Ты ждал маму? Что вы тут делали? Там у тети Лены, и потом поехали обратно, бабушка полежала чуть-чуть на нашем диване. Да? А вы?